Человек, которого соседи обвиняют во взрыве, разрушившем девятиэтажный дом на автозаводе, впервые дал интервью. Нахожусь под домашним арестом из-за своего увлечения. Но это вот к взрыву никакого отношения не имеет. Совершенно другое, понимаете? И я хочу, чтобы люди, вот кто смотрит этот вот момент, если это не вырежут, я хочу, чтобы они разделяли мое увлечение, которое не имеет отношения к взрыву, и взрыв. Потому что они хотят, естественно, все это дело соединить. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».